Торжественное открытие спортивного форума состоится на Красной площади ровно в 11 часов. Оно обещает быть грандиозным. Школьники, студенты и творческие коллективы уже около 2 недель готовятся к открытию. На их репетиции побывала и наша съемочная группа. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Торжественное открытие готовит для нас около 1500 человек во главе с лауреатом Всероссийской профессиональной премии «Грани театра масс» Валентином Алексеевым. Его массовые постановки шли на сценах Египта, Сирии, Греции, не говоря уже о всех бывших республиках Советского Союза. В Чувашии он также был и не раз. Такой народ, как у вас, нет во всей России, я даю вам слово. Я гарантирую это. Когда проводишь репетицию, дождь, плохая погода, а мне ребята сами говорят: Валентин Ильич, давайте еще раз пройдем. Это крылья вырастают у режиссера, а на глазах слезы. А ребята в Чувашии действительно терпеливые и целеустремленные. Они добросовестно приходят на репетиции каждый день, включая субботу и воскресенье. Мы все ждем этого форума, мы серьезно готовимся, каждый день собираемся. Ждем, конечно, хорошего чуда. Очень красивая картина должна состояться. Мы занимаемся уже 2 недели и как бы ожидала от репетиции новых знакомств. Может, что-то новое узнаю, с кем-то познакомлюсь. И вообще флешмобы – это плюс огромный идет и человеку. Ты учишься разговаривать, общаться с другими людьми. В общем, только одни плюсы. Мне очень нравится, и это хорошая практика. Это пока мы видим просто перемещение ребят, которые сходятся и расходятся, изображая различные рисунки и волны. Но в финале нас ожидает много сюрпризов. Зеркальные обручи, живой занавес, из которого появляется хор в 400 человек и многое другое. Делаем интересную вещь, вы сейчас увидите. Они строят буквы ГТО. И лозунг хричкам произносится. А музыка, безусловно, будет классическая. Чайковский, Дунаевский и композиторы Чувашии. Конечно, всех секретов нам не раскрыли, но 9 октября увидим все своими глазами. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.